До речі, після того, як Артем став зіркою соцмережі і відео з ним подивилася мало не вся Україна, мрія маленького волонтера таки здійснилася. Військовий Микола вийшов на зв'язок із хлопчиком. Про те, як війна впливає на психіку дітей, і про посттравматичний синдром у дорослих поговоримо далі. До нашого ефіру долучається психолог Наталія Ломоносова. Пані Наталія, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір всім. Ну, розпочнімо з посттравматичного синдрому. І розкажіть, як його виявити, які симптоми на це можуть вказати? Вы знаете, проблема с посттравматическим синдромом в том, что как только начинаешь перечислять симптомы, то сразу же оказывается, что он есть почти у всех. Вот. И как бы все начинают его слушать, поэтому ну, не очень, как говорится, рекомендовано их перечислять. Они очень простые происходят. Это очень сильное состояние перевозбуждения, то есть гипербдительность, настороженность такая, повышенный стартовый рефлекс, повышенный такой вот как бы норма гнева, трудности со сном, кошмары. Самое главное, это навязчивые такие нападающие воспоминания, которые вот как только голова освобождается, вот раз как бы охватывающие воспоминания по поводу травмы. Травмой может быть на самом деле все, что угодно. И удивительным образом, то, что я могу сказать из практики, это потрясающе. Потому что все знают, что ПТСР это так, в общем опасно там и все. Важно и нужно. Потому что вот как терапевт вам скажу, вот когда раньше в мирное время приходил один человек, если взять хотя бы одну историю, этот человек придет, это, конечно, показания для того, чтобы заниматься психотерапией. Но сейчас, так как у всех происходят невероятнейшие вообще ужасные потрясения, и все люди ими делятся, каким-то удивительным образом на самом деле это помогает всем как-то переосмыслить в этом коллективном рассказе друг другу о невероятном, что с нами происходит. В общем, вот этот вот, ну, в общем, есть надежда на то, что общество само друг другу, само себе поможет исцелиться, что вообще-то и происходило как раз в период войны, потому что, ну, в общем, вот я же говорю, в мирное время любое из таких потрясений могло бы очень сильно искалечить человека, а вот в войну обычно где-то из 100% 70 самовосстанавливаются, и только процентов 30 людей могут отреагировать на это какими-то там серьезными симптомами достаточно долго. А як людині зрозуміти, що вона сама вже не впорається, що їй потрібна професійна допомога? Ну, на самом деле это очень просто. Это и есть вот это ощущение апатии, подавленности, беспомощности, что ты сам себе не можешь помочь. Перевозбуждение, например, на уровне мышления, все время думая, все время думаю, не могу остановиться думать. Или перевозбуждение на уровне эмоциональном. Человек настолько в тревоге, что он не может спать, или он не может есть, или не может наесться наоборот. Да? Все время тянет к вредному. Вот, как правило, люди пытаются снять этот стресс. Там еще курить или пить, алкоголизация. То есть в этом как бы смысл. Нужно знать, что ПТСР бывает двух типов. Он бывает острый сразу, который наступает в виде шока, а потом вот как бы такого как бы замирания человека. То есть у него есть две реакции. Он либо избегает об этом говорить, только не об этом, не надо, не спрашивайте меня. Либо наоборот, он погружается в это и начинает пережевывать, в общем, вот это событие. И это длится где-то около месяца. Он выпадает из социальной жизни, он не может работать, у него потеря концентрации, как бы у него полный избыток по всем системам, не может общаться, и потом как бы это может вот как-то пройти, да, то есть ну, начинать изменяться как бы все. Всегда показана терапия. Второй тип ПТСР – это отложенный, который проявляется чаще всего. Это когда человек очень сильный, он все вот эти, значит, ситуации выдерживает, особенно у военных. А потом, когда он оказывается в мирном времени, и вот, в общем, что-то может быть последней каплей. Там вот ссора с женой или невозможность социального как-то вот жить в мирной жизни, как бы устроиться, содержать семью или что-то еще, там вот инвалидизация или, в общем, часто бывает просто ссоры. Бывает последняя капля, когда вдруг, в общем, психика не выдерживает, и вот это все напряжение, которое копилось в человеке, оно начинает проявляться в виде симптомов, которые делают его неспособным, то есть работать не можешь,
дома быть не можешь, начинаются скандалы, как бы алкоголизация, как я говорю, потерянные дети, потому что в этот период как бы нет детей совсем. И обычно все происходит как, человек не знает, что у него ПТСР. Вот они приходят, люди приходят, говорят, вот, пожалуйста, там у меня, ну, вообще-то дома там, значит, там вот и папа с мамой, значит, им совсем плохо, они старенькие, там брат инвалид без ноги, как бы вернулся, а муж, вот он вернулся, вот он меня бьет. То есть мы разводимся, по этому поводу они пришли. А почему разводимся? Потому что он меня бьет. А почему бьет? А потому что он пьет очень и не может остановиться. Как бы. Я был нормальный человек совсем. То есть вот что как бы происходит. Вот такая ситуация. В общем, ничего веселого. Как бы, этим серьезно нужно заниматься. Хорошая новость. Слава Богу, в нашей стране как, вот, как бы, в 2014-м к этому не так относились. Теперь относятся с полной серьезностью. И, насколько я знаю, Елена Зеленская в общем, вот, объединила все усилия. И, потому что этот момент оставлять нельзя. Это такая бомба, которая инвалидизирует тех, кто выжил потом. То есть вот, как бы, дома уже потом вот, может все это... Ми розуміємо, що багато військових після завершення війни повернуться з фронту. І чи не варто кожного одразу направляти до психолога? Можливо, варто. Це було б просто так і має бути. Варто вже не нехтувати цим, там не думати, що може пронесе. Або якщо людина не хоче про це говорити, військових навпаки, вони взагалі то не хочуть про це говорити. Вони вважають це слабкістю. Типа, ну там поплавило его. То поэтому, в общем, они не хотят, они как бы не хотят думать даже, что у них есть какая-то проблема, что с ним нужно разговаривать об этом. Это потрясающе просто, когда ты начинаешь, некоторым помогаю, у меня есть несколько ребят, которые ко мне обращаются. Просто я думала, они хотят про войну говорить, потому что есть про что. Они же каждый день в смерти в глаза смотрят и все. Они нет, как бы про это нет, отношения их волнуют. И кажется, что этих сильных, потрясающих людей вообще как бы они как бы такая, как железо сделанные просто. Как они это выдерживают? А вот слабое место — это любовь. Вот что вот она там, как она, чтобы не передумала, или что там вот что-то они недолюбливают. В общем, вот про это все. Это поразительно. А как лікується цей синдром взагалі? Чи є якісь запобіжники від нього? Да, волноваться не нужно. Вообще в этом смысле хорошая новость есть. Ну, во-первых, этого ПТСР может быть несколько видов. Как мы знаем, вот военный, есть те, кто очевидцы травмы, потому что смотреть — это то же самое, что оказаться внутри. А следующее — это мирные жители, которым пришлось бежать. Это отдельный тип ПТСР, когда вот потеря, как бы все бросить, и новая реальность, в которой нужно выживать. Есть те, которые вот переживают в подвалах, как бы все это тоже отдельная история. Здесь мирные, да, и дети — это как отдельная категория. То есть все разные типы вот, проявления этого посттравматического стрессового расстройства. Но я хочу сказать, лечение есть. То есть прежде всего, чаще всего, если симптомы сильны, то медикаментозное лечение. Но нужно помнить, только таблетки дают в половину такой эффект, как психотерапия. Поэтому нужно медикаментозное плюс психотерапия. Потому что там самое главное — это именно вот, как бы, этот процессинг. Нужно проработать эту травму, потому что ее психика должна съесть, и она станет... Ну, частью твоего опыта. Вот. Не будет все время где-то на подсознание доминировать и не давать человеку как бы успокоиться и, в общем, жить. Чувствовать себя нормально. Ну, ви згадали про дітей. А як щодо дітей, як батькам виявити проблему? Ну, дивіться, це дуже просто з дітьми. У дітей буде все то же самое, что будет у родителей. Поэтому, если вы хотите своих детей защитить, то вот, ну, сохраняйте спокойствие. Если они задают вопросы, отвечайте, старайтесь говорить честно, так как есть. Ну, как бы, ну, спокойно, соответственно возрасту, да, и что происходит, и что вы тоже боитесь, но что мы делаем все возможное, что у детей должно быть самое главное – чувство уверенности, что взрослые делают все возможное, чтобы все мы победили, чтобы они были в безопасности, чтобы мы были в безопасности, все будет хорошо. Этим заняты взрослые. Вот у них должно быть такое ощущение, да. И они должны чувствовать себя, ну, ценностью, то есть нельзя про них забывать. Потому что это самое страшное для ребенка, когда все в панике, в ужасе, и все чем-то заняты, никто не видит его. То есть он чувствует себя один.
Ну, і у нас ще буквально трохи часу залишається. Просто хотів дізнатися. Кажуть, що діти взагалі легше переживають потрясіння і краще піддаються реабілітації. Це правда? Вы понимаете, нас травмирует не то, что с нами происходит, а то, что как мы к этому относимся, что мы об этом думаем. И вот как бы любая травма, сколько с людьми говоришь, и все, вот кого что только не происходило, но одного это сильно потрясет, другой мимо пройдет, понимаете? Вот так это происходит. Это очень интересный момент. Поэтому и у детей точно так же останется опыт, который, ну, в общем, мы могли бы им помочь с этим опытом справиться. То есть как это у них останется в виде вообще там невероятного потрясения, страшного события и перепугает их на всю жизнь. Или сделает еще, и вот я хотела бы, наверное, к этому привести, потому что ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство, это одна история, чаще всего на самом деле, особенно когда беда охватывает многих и всех твоих близких, тогда вот как-то мы все начинаем об этом думать и находить новые смыслы, и происходит чаще всего посттравматический рост. Это когда психика становится стабильнее, гораздо увереннее в себе. У человека отпадают вот эти страхи про «я», там «я не справлюсь», «я там не такой, никакой», это все при страхе людей. Второе, появляется, вот он переоценивает свои отношения, и вдруг оказывается, что отношения – это ценнее всего. И какие отношения? То есть отпадают ненужные, понял, кто мои друзья, кто нет, да? А сохраняются и усиливаются те, которые нужны. И человек начинает ценить жизнь. Пані Наталю, ми зрозуміли, що це дуже індивідуально. На жаль, я б з вами ще хотів би поговорити довго, у мене багато запитань, але мене вже сварить редактор. Наш час закінчився. Я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваємося, ми ще поговоримо в ефірі. Це була Наталія Ломоносова, психолог.